вас в Атоле Монс. Поздравляю вас с наступившим 2021 годом. Надеюсь, вам счастья, здоровья, что я могу вам пожелать. Я сегодня, как вы помните, по названию видео буду показывать подарки, что мне подарил Дед Мороз. Дайте сейчас секундочку, я подниму высоту. Мне так будет намного удобнее доставать подарки. Тут у меня целая коробка подарков в виде бокс. Тут подарки. Короче, еду, там, чипсы подарили. Давайте посмотрим, вот, давайте самую большую коробку оставим на потом. Что тут, у меня тут сладости, все такое, ладно. Первое. Вот эта коробочка. Слышите? Это бэй-мусор! Серьезно, бэй-мусор! Я в шоке. Следующее. Бэй, который уже почти год. У меня он только появился. Big Bang Genesis! Да! Скоро обзор на Big Bang Genesis! Следующий. Тоже классный волчок. First Uranus! Вот такой у нас First Uranus от компании Flyme. И один из самых. Тут еще такие. Корниус, Геркулес, Саламандр и ручка была. Но самое крутое... Это этот бэй. World Spriggan от Flyme. Да, World Spriggan от Flyme. Ребята, Spriggan. Так, тут у меня сок подарили, такой мандаринов. Я давно хотел попробовать. Тут желейки, конфеты. Давайте по себе покажу. Вот такое. Я это убираю. И самый крутой набор... Еще что мне подарили. Я думаю, этот обзор будет, наверное, на втором канале. Или же на первом, не знаю. Это Титан Они от Лего Ниндзяго. От Белла. Да. Такой неожиданный подарок тоже. Я очень рад такому подарку. Правда, говорю. Так, секундочку. Вот так вот. Ну что, ребят. Пишите в комментариях, что вы ждете впервые на этот обзор. Я, наверное, сейчас буду снимать бэй-мусор, потому что так. Понравилось видео, ставьте лайки. Поздравляю вас с 2021 годом. Всем удачи, всем пока.